На днях поступила информация, что на могиле народной артистки Российской Федерации Нины Ивановны Руслановой, чья могила находится на Троекуровском кладбище и которая не стала в ноябре месяце 2021 года, на ее могиле наконец-таки установили памятник. 19 августа была официальная церемония открытия памятника на могиле любимой многими актрисы. К сожалению, в этот день мы не смогли побывать на церемонии открытия, потому что нас не приглашали. Читаю ваши комментарии на протяжении уже нескольких дней, где постоянно мелькает просьба и сигнал о том, что на могиле Нины Руслановой установили памятник. Андрей, покажи. Хотя я уверен, что вы все уже 500 раз посмотрели. Естественно, я в интернете уже тоже посмотрел, как выглядит памятник. Мне очень понравилось. В общем, поменьше слов, побольше дела. Вот такой вот букет малиновых роз мы сегодня с вами поставим на могиле Нины Руслановой. На календаре у нас август месяц, год 2024. Троекуровское кладбище, YouTube-канал Андрея Флора.